потер в юбке, одного моешь, другого рядом укладываешь, а потом ты задаешь какие-то... На разных концах кровати. А потом ты задаешь какие-то вопросы. Какие вопросы? Подружки. Я вообще считаю, что и Венц, и Коля вообще должны спать с тобой, и ты посередине, понимаешь? Нет. Должен подъехать Ебаров еще в ногах спать, понимаешь? Вот, или в голове. Валетом. Валетом, да. И еще сверху Колян Белорусский. Чтоб ты спала в таком неком человеческом квадрате. Блин, смех и грех, ну не надо, ну вы что издеваете? Не, ну как смех и грех, Рапик, ты постоянно сама себе выкапываешь яму, потом не можешь из нее вылезти, и просишь стремянку, чтобы тебе туда кто-то кинул. Не, ну, не знаю, странно, Раб. Ну, я просто... была к нему, я доносилась до этого. Да, к нему. Ты просто... Хорошо, сейчас он реально ненормальный для меня. Психопат, больной человек. Ты так выдаешь ситуацию, знаешь, как у тебя здесь Коля обижает, никто за тебя не заступается. Он мне не дает жизни, Раб. Вы меня всем приписываете, что я его жена. Я говорю, ты женился на бумажке. Подожди, ты подписала документы. Ты женился на бумажке. Все. Наш брак был ошибочным. Этого достаточно, этого достаточно. Чего непонятно, если каждый день ему говорю вообще. Не знаю я, Рапик. Ты мне неприятен. Я знаешь, какой разговор слышал? Я тебя не люблю, ты мне не нужен. Вот, ничего себе, от любви, от ненависти до любви один шаг, Колясь. И ты это знаешь. Коль, я бы на твоем месте претендовал бы на ее квартиру и автомобиль. Вы в браке, при разводе все имущество делится. И здесь уже не важно вообще, приобретенное оно совместно или нет, Рапик. Поэтому я бы вот больше за это думал. Давайте не будем, тут умные нашлись. Нет, а мы не умные, почему мы умные? Я еще раз говорю, с человеком этим жить не хочу. Есть ситуация, да один не хочет вместе с другой. Нет, я хочу развода. Вот эта бумажка на руках, сразу же развод. Вот не дает он тебе не развод. Не ты, через суд. Не даст суд тоже, три месяца будете жить.